торжественного митинга на Театральной площади, посвященному победе в Великой Отечественной войне. Всем жителям Славянского района предлагали отведать солдатское угощение. В День Победы ветераны, да и все желающие, смогли отведать гречневую кашу с тушенкой. Казалось, что особенного может быть в простой каше? Ветеранам она напоминает эпизоды фронтового прошлого. Возможно, они вспоминают своих боевых товарищей, ожесточенные бои, освобожденные города и села и, конечно, вкус той боевой солдатской каши. 9 мая жители Славянска на Кубани приняли участие в патриотической акции «Солдатская каша», чтобы стать сопричастным к героическому прошлому наших дедов. Мы вот с сыном ходим уже несколько лет, но меньше было молодых тогда. В основном были старики. А теперь и дети, и молодежь подходят. Видите, сегодня сколько. Поэтому это важно. Хорошая традиция. Очень интересно и очень приятно среди народа постоять, попробовать то, что раньше готовили. Но в этом году вкуснее, чем в прошлом году готовили. Детворе очень понравилась солдатская каша. С мясом молодцы, хорошо приготовили, все очень вкусно. Чай бесподобный просто. Просто молодцы. И детям воспоминания останется. В День Победы отведать солдатского угощения пришли и самые юные славянцы. И как тебе нравится каша? Да. Да? Вкусная? Да. А пока на Театральной площади проходит Парад Победы, в парке имени Григория Пономаренко стартовала акция «Народная победа». Ее цель – сохранить память о Великой Отечественной войне. Участники акции «Народная победа» – это люди, которые захотели поделиться военными страницами из истории своей семьи, историей боевых и трудовых подвигов. В парке имени Григория Пономаренко были установлены специальные стенды с фотографиями тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Представлены копии народных листов, фронтовых писем и других памятных семейных документов. Эта акция позволяет увековечить информацию о ветеранах-земляках и позволит нынешнему поколению почувствовать свою сопричастность к тем далеким историческим событиям и проникнуться чувством гордости за великую победу. Здесь же в парке состоялась ежегодная молодежная патриотическая акция «Вальс Победы». Организаторы – Управление по делам молодежи и комплексный молодежный центр «Континент». В честь 71-й годовщины Победы волонтеры Управления по делам молодежи в военной форме приглашали на танец жителей и гостей района под музыку военных лет. Все эти акции призваны выразить дань памяти и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за проявленный героизм и мужество, воспитать у нынешнего поколения чувство гордости за бессмертный подвиг советского солдата. Нам есть чем гордиться, нам есть что помнить. Вот главный смысл проводимых мероприятий 9 мая. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Специально для праздничного выпуска программы «События».